Никаких... Я же тебе не говорю, что я говорю, Ну, почти мало ли, прошел ты уж все. был близок, возможно. Так. И типа еще и Blood and Wine тронул. И вот Blood and Wine очень интересно. Очень, ну, это, А, короче, душевно. вино. Да. Да. Ну там только... Егор говорит, Что что на там? 80 часах дропнул. Какую цири, Даша, помолчи, не спойлери мне. Че ты мне все говоришь и говоришь? Это основная сюжетная линия. Ну Это нахуя не ты мне ее секрет. сообщаешь? Это не секрет. Я не знаю, кто такая Цири, я не знал, что Я не могу надо... сказать. Не надо мне говорить, иди отсюда. Вы посмотрите на этого игрока. Пиздец, Не блядь. знаю, кто такая Цири. Говорит, а ты уже нашел Цири? Я говорю, не спойлери мне. Я, блядь, понятия не имею, кто такая Цири. Она сидит и пиздит мне про Цири. Так это, сиди Сапковского читай. Сапковского? Тот, кто Ведьмака написал? Да. Блять, это скриншот другого чувака. Как я мог сфоткать это? Может, и мою игру? Сфоткал, подошел к себе, и ты не заметил, как я монитор фоткаю Да. вплотную. Я вообще не знаю, кто это. Так. Спина заболела. Так, я разобрался. У меня, ща, я тебе скажу, я просто в альтабе пока ничего не делаю. У меня есть 4 квеста: Дарнас, Возмездие природы, Земля Донована и Извращенная ненависть. Если что, я убил все пещеры и всех фурболгов, и все там, все, что есть вообще. И меня послали уже за грязью. Да, конечно. Скажи, что она тут это с главным анимешником Беларуси разговаривает. Чтобы не этого самого. Чё, правда, Даш? Ты играешь на легком уровне. Ты играешь для тех, кто диалоги вообще Я играю читает. на самом сложном. Там вообще делать ничего не надо, на одну кнопку жмешь. Там же есть с уровня сложности, да? Типа там совсем Да. для Нет. чтецов. Ну вот, Даша на таком играет. Пиздос, понятно? Я видел, Заткнись! Сама заткнись. Я сейчас выключу электричество. Нихуя играть не умею. Я играю Притом еще... быстрее! Сейчас, я тебе расскажу. Я уже взломала даже кнопку. Притом она играет на самом легком, потом там был какой-то первый моб сложный, какой-то тролль, там что-то такое. Она говорит, я не могу его убить, убей или читы мне скачай. Четыре, а не четыре. Тренеры, да, тренеры скачай. Мне говорит, нужны тренеры. Какие, блядь, тренеры? Сейчас я вернусь. В 2002 тренера тебя скачаю. Артмани. Артмани, да, тебе артмани нужен был. Да. Циферки подбирать. Очень смешно. Ой, блин. Ты сегодня знаешь, Ты перчинки, больше да? не будешь играть в Ведьмака, Даша, это позор просто Ведьмака. А ты знаешь, да, ты будешь? Иди, все, полы грязные, Дашунь. До понедельника еще время есть. Работа не ждет. Вы получили новое предложение стать друзьями. О, это Финли. Короче, я запустил это все, Егор. А чё не мне? Тебя Я никто тоже нет. друзей хочу. Мы сделаем... А как? А, это через Battle.net надо. Через Батон. Он меня добавил, друзья, через А, Battle.net. можно это вообще с Дискордом не загоняться. В Батлнете сделать конфу по Варкрафту. Пускай там сидят все. Бэ, Ну потом. ладно. Ну ни хера себе, блин, не загоняться. В Battle.net конфу сделать, я даже не знал, что так можно. Да. Удачи, друг. Так, я сейчас приду, Ну Егор, через 5 минут, подожди. а. Договоришь сейчас. Я приду, поздороваюсь с этими дуриками на стриме. Ага. И кофе себе сделаю. Так, а как, если что, мутить этот? Раз, два, три. Кого? А, все, я научился, да. И тебя, Да. если что, интересно. Э. А тебя как мутить? Не. Подожди. А зачем меня мутить? Подожди. Нет.
Нет, нет. Ты все равно меня слышишь. Дебил. Подожди. Ладно, я выключу да микрофон. Да нет, не надо это, я потом, чтоб, если там будешь рыгать, там что-то не мешал. Ты меня не замутишь. А, можно громко сказать. Можно, можно. Вот, нажми на меня правой кнопкой мыши. Не, там есть кнопка, типа, вырубить вообще все. Заглушить. Да, заглушить звучит так. Сейчас, погодь. Тут мне надо настройки найти. У меня, по-моему, даже бинт где-то был. Релей, уведомление, горячие клавиши, вот. Заглушение. А, ну вот, заглушение у меня на скобочку. Заглушение. Включить-выключить заглушение. Оп. И шо, ты будешь меня глушить? Пиздец, ты не глушишься, Егор. Я жму, оно не работает. А как? Ты чё, блядь, как тебя вырубить? Алло. Короче, блядь, я только себя заглушаю, а тебя вообще не могу почему-то. В Дискорде меня глуши. Да, но мне надо тогда весь звук вырубать, а я не хочу. Нет, ты глушишь только меня. Нажимаешь на меня правой кнопкой мыши. Так. И заглушить. А. Все, я тебя не слышу, если что. Короче, сейчас приду. Заглушил Егорыча. Ребят, сейчас я приду, поздороваюсь сами со всеми. Дайте мне немного времени, окей? Буквально налью себе что-нибудь чайку. Немного поиграем перед сном. Что-то... Ну, короче, я сейчас приду, расскажу. Сейчас. Меня же слышно, да, на стриме? Если что, всем привет. Сваливай отсюда. Алло. Чё ты алло? Это не телефон. Я... Убирай булку. Нет! На. Нет, ты не сюда. На, булку съеди. Ты не засунешь её в меня. Ну, она шо, не иди мыться. Да. Потише, если можно. Если чай не мыть. Ты сломал мне плечо. Ха-ха-ха!
Пусть от тебя ищет. Я в ногу, я... Угу. Алло, ребят, все, я уладил проблемы. На одну стало меньше, как минимум, до конца моей жизни. Ой, здрасте, привет, Финли, Антихиро, здорово всем, Чпоузен, Пират, Эмиральд. Я с Егорычем, да, играю, чтоб кратко, что я делаю, просто квещусь. Ничего не происходит, никаких планов. Те, кто на Гордуне, тоже играет.